Добрый день, друзья! Кто может объяснить мне поведение птицы? Утром, выйдя на лоджию, я обратил внимание на птицу, которая висела или сидела на ветке дерева вниз головой и быстро-быстро махала крыльями. Потом затихала. Через какое-то время вновь начинала быстро-быстро махать крыльями. Если кто-то знает, ответьте в комментариях. Очень интересно поведение птицы. До свидания.